Игорь Сидельников – один из патриархов изобразительного искусства Мордовии. Его правдивые полотна – не просто символ уже ушедшей эпохи, это история родной страны. Мастер крупной формы истинно верил в идеалы и покровительствовал добрым надеждам своей эпохи. Так говорят о творчестве графика и живописца искусствоведы. Он воспел в своем творчестве образ Родины, человека труда, абсолютную ценность личности, бережное отношение к преемственности традиций, отразил исторические вехи мужественного и драматичного XX века. В широком русле отечественного искусства художник имеет свое лицо, и это чрезвычайно ценно. Его индивидуальность окрашена поэзией сурового романтизма, кисть напитана смелой, уверенной энергией, энергичная ясность образов и изобразительных средств, идеал его творческого метода. Храм Иоанна Предтечи – одна из картин заслуженного художника России, народного художника Мордовии Игоря Сидельникова, представленная в постоянной экспозиции музея Эрзи. Если вы хоть раз бывали в Шишкеве, что в Рузаевском районе, могли видеть развалины старой церкви. Построена еще в конце 18 века, разрушена в годы советских гонений, а сегодня она продолжает напоминать о былом величии села с богатой историей. Игорь Иванович написал эту работу еще 26 лет назад, но она не теряет актуальности. С трехлетнего возраста Игорь Сидельников жил в Рузаевке. Многое сделал для культурного развития провинциального городка. Два года назад его не стало, но творческое наследие мастера хранится в разных музеях, в том числе за пределами Мордовии. На открытии юбилейной экспозиции Игоря Сидельникова пришли родственники, друзья и поклонники его творчества. Я очень благодарна сотрудникам музея и Людмиле Николаевне, вот ее, к сожалению, на выпуске, и всем Альбине Брунковой, что они вот такую вот сделали такую замечательную выставку, что не забыли. Конечно, приятно всех увидеть. Вот из Рузаевки приехали его друзья. К сожалению, там тоже многих уже нет художников. Все уже ушли. Познакомиться с полотнами Игоря Сидельникова желающие могут до 1 августа. Алена Москалева, Игорь Гангаев. Наш новость.